Он будет за мной бежать, чувак? Ты за мной будешь бежать? Он тупо меня раздавил, как какую-то блоху. Всем море приветов, друзья, и, конечно же, гости моего канала Нептун, это я. И Сиреноголовый, конечно. Вы по нему дико соскучились, я уверен в этом. Именно поэтому сегодня я дам вам три разных маленьких таких игрушки про Сиреноголового. Две из них такие вот пиксельные, двухмерные, а одна вполне себе неплохая с графонием. В общем, будем в это дело играть. Значит, первая игра. История о Сиреноголовом. The Tale of Sirenhead. Кстати, посмотрите, какой он огромный. И это только ведь его половина тела. Еще половина там ниже земли. То есть тут, ну, тут явно больше, чем 12 метров. Плей. Вот, это наш человечек. Мы бежим в черной толстовке. Так. Так, подожди. Управление. Прыжок. Так, сейчас уберу мышку, чтобы не мешало. Ладно, бежим вперед. Наша задача куда-то прибежать. И будь очень осторожен, потому что рядом Сиреноголовый. Значит, зажать S. Видимо, чтобы... А, чтобы красться, видите, я медленнее бегу. Вверх. Ну, то есть W это прыжок, и я не виден для Сиреноголового, если я скрываюсь за деревьями. Вот так. Окей. Я же нажал прыжок! Я же нажал, блин, прыжок! Чё за дела? Вот, работает. Там какие-то шипы тупые. Камон! Я нажал на W, алё! Оно чуть не сработало. Ну-ка, подожди. Во, сработало. Так, аккуратно, Сиреноголовый. Да ты прикалываешься! Она то работает, то не работает. Подождите. Плей. Так, вот сейчас нажал, не сработало. Сейчас не сработало, сейчас не сработало. А, вот сейчас работает, ну. Оно не всегда, короче, работает. Так, подожди. Так, хорошая игра. Я уже начинаю бомбить. Так, подожди. Может, нужно по-другому сделать? Ну, типа, подходить. Во, вот так, наверное. То есть сначала проверяем, есть ли прыжок, а если он есть, нажимаем вправо. И типа, во, да, получилось. Фух. Так, бежим, бежим, бежим. О, еще один фонарь. Но это не Сиреноголовый. Ха-ха-ха. Так. А это Сиреноголовый, тихо. Тихо, тихо, тихо. Аж немножко так тихо стало. Он будет за мной бежать, чувак? Ты за мной будешь бежать? Он тупо меня раздавил, как какую-то блоху. А, там нужно было, наверное, ну, красу потихонечку идти. Я понял. Ого! Я приловчился прыгать. Смотрите, он как бы двойной прыжок делает. Неплохо, неплохо. Тихо, тихо, тихо. Сейчас будет, вот он. Нужно, может, краса, видите? На S я нажал. Тихо, проходим. Аккуратно, аккуратно. Все. Он меня не раздавил. Да. Но меня убили шипы. Идеально. Черт подери. В этой игре гребаный прыжок как-то очень странно работает. Тупой прыжок. О, неужели пропрыгал? Что? О, за дерево, за дерево, за дерево. Получилось, получилось, получилось. А куда-то вот он утопал. Мне можно идти дальше? Или он обратно пойдет? Черт. Прыжки меня убивают больше, чем Сиреноголовый. Это какое-то необычное явление. Так. Аккуратно. Если много раз нажимаю, то как бы он прыгает. Но опять же, это не всегда работает. О, шипы снизу. Идеально. Опа, пропрыгал. Опа, пропрыгал. Фух, боже. А! Хотя вроде пробежал. Тут нужно тоже аккуратно идти, видимо. Тихо, тихо, тихо. Мне нужно большое дерево. Большое зеленое красивое дерево. Вот оно. Сейчас он пойдет, да? Нет? Он не хочет идти? Боже. Все-таки идиот. Смотрите, он подождал, чтобы я прошел немножко дальше. Что, обратно идет? Нет, погоди, погоди, погоди. Вроде нет. Так, шипы.
Jump! Where jump? Так, есть у меня одна техника. Типа, подойти и прыгнуть сначала вертикально. Если он будет реально прыгать, попробовать нажать в бок. Ну, вроде прокатило, черт. Вот я, видите, я нажимаю, и он как бы на 3-4 нажатия только один прыжок делает. Почему так? Хрен его знает. Вот, тихо. Боюсь. А, не падай, тихо. Фух. Тихо. Фух. Фух. Почему это так трудно? Игра не должна быть такая трудная. Прыжки должны работать нормально, чтобы игра приносила удовольствие. Чтобы это было круто и приятно. А не вот это вот все. Так, сейчас он пойдет, да? Ага. Иди гуляй, Вася. Я был за деревом, чувак! Короче, в пень, все. Хотите, друзья, ломайте голову? Ссылочка на игрушку будет в описании. А мы поехали дальше. Вот еще одна игра, друзья. Там что-то про сиреноголового говорилось. Если вы видите его в лесах... Ага. Так, вернемся, говорит, к музыке. Ну, я здесь. Мне нужно найти лабораторию, где был сделан сиреноголовый. Я не знаю, сколько у меня времени, у меня, видимо, немного. В общем, какую-то нужно найти лабораторию. Так, ни одной записи, ни дневники. О, у меня песик есть. Песик. Так, у меня есть еще дневник при этом, то есть какие-то записи я явно веду. Друзья, игрушка называется «Сиреноголовый». Без особых подназваний. Графики здесь, посмотрите, Unreal Engine. Мне слегка проседают кадры, но это, скорее всего, из-за освещения или из-за огня. Так. Взять инструменты на столе. У меня есть... батарея для камеры. Батарея, видимо, для фонарика. Сам фонарик. Видеокамера, еще батарейка. Во. Песик, привет. По-моему, это какой-то волк. Со мной в палатке приехал волк. Нормально, видите, как проседают кадры. Так, что-то нужно найти. Так, подожди. А в машине у меня что-нибудь есть? Алло. Может быть, фары заглушишь, чувиха? Ты знаешь, что у тебя аккумулятор сядет, и все. Будет жопа полная. Так, лады. Че, куда пойдем? Искать сиреноголового? Черт, у нас тут дорожка есть. Блин, фонарик, по-моему, больше меня слепит, чем освещает мне путь. Так, лево или право? Ну, вы знаете, мое главное жизненное правило — правило правой стороны. Идем изначально направо. Так, она вроде как умеет бегать. Так, у меня есть фонарик. У меня есть 3 батарейки для фонарика, 2 для камеры. Так, как мне использовать камеру? Так, на 1 тут какой-то пистолет может быть, на 2 светящаяся палка, на 3 фонарик, на 4, видимо, зажигалка, на 5 факел. Во, на 6. Подожди. На 6 есть у меня видеокамера. Ну, тут типа ночное зрение, да? И все. И камероид есть на 7 вроде. Так, ну что, погнали. Искать сиреноголового. Так. Вообще, знаете, вот я подобную игру уже снимал. В какой-то было, помните, рубрике «Сиреноголовый» в каком-то видео. Я снял 2 игры про сиреноголового. И вот там была одна из них, вот точно такой же лес, помните? Там еще было 2 сиреноголовых. Мы прибегали в какую-то хижину, и в итоге сиреноголовый нас там зажимал, и все. И мы умирали, когда подходили к нему. Блин, реально, фонарик больше слепит меня, чем...
То есть, хорошо, вот в землю светит нормально. Тут какой-то пар как будто поднимается, видите, от фонаря. И ни хрена не видно. О, там, подожди, там какой-то дом. О, там домишко. По-моему, это та же хижина, где у меня в той игре, ну, про которую я рассказывал, старый. Где меня сиреноголовый там закрывал. Так, ну что, пойдем? Ау. А тут, в общем-то, и без фонаря неплохо так. Черт, что это было? Эй! Locked. Заперто? Locked. Locked. Какие-то проблемы со звуком. Меня тупо заперли, нормально. Так, что это? Ключ карты. Нашел ключ карты, можете меня поздравить, не знаю зачем. Как будто, видимо, открывает дверь, да? Может, она как раз-таки от той лаборатории, которую наша героиня хочет найти, где якобы сделали сиреноголового. Не знаю, правда, что имелось в виду. Так, а как мне выйти-то отсюда? Locked. Она говорит, locked. Через окно, может быть? Оу, ключик. Нашел. Блин. Так реально так его не заметишь, он такой маленький. Так, подойдет ли он сюда? Locked. Что ж, locked? Я уже открыл, не ври. Так, ну что могу сказать? Зашибись. Вышли. У меня есть ключ карта. Тут, я так понимаю, тупик, да? Идти больше некуда. Дорожки нет. Ну, есть, конечно, поле. Но я сомневаюсь, что нам по сюжету нужно идти в лес. Да, если честно, не очень-то и охота. Еще нарвусь на какого-нибудь сиреноголового. Так, ладно. Давайте в другую сторону побежим. Возможно, там и есть лаборатория. То есть здесь я взял карточку, а там, с другой стороны, возможно, есть место, где ее использовать. Поэтому погнали! Так, вот отсюда я пришел. Эй, песик, кто там, нормально все у тебя? Я скоро приду. Так, все, мы вот туда, ну, туда ходили, там были, взяли карту. Теперь в другую сторону нужно сходить. Ну, блин, фонарик тут такой отстой, а. Может, все-таки в ночной съемке побегать? Хотя что так, что, блин, вот так, по-моему, одинаково видно, хреново. И вообще, зачем я бегаю? Реально, сейчас приманю сиреноголову вот такими своими побегушками. Хотя, с другой стороны, вон там что-то горит. Тихо-тихо-тихо. Так, сиреноголового есть? Нет? Его обычно видно из-за деревьев, он высокий. Но вроде бы ничего не вижу. Графика ничего так, атмосферненько, туманчик, вон есть музыка заднеплановая, жуткая. О! Блин. А, вот, наверное, сюда ключ карты и нужна. Опан. Это что, типа секретная лаборатория такая? Так, дневник обновлен. Хорошее место, чтобы начать, ну, чтобы стартануть отсюда. Ну, типа, хорошее место, чтобы, видимо, начать вести расследование, да? О, у меня лагать перестало, смотрите, как плавно все. Круто. Так. Это что? Пейнкиллер. Обезболивающее? Видимо, сражения будут, да, какие-то? Вон куча обезболивающего нашел. Так. О, что это? О, да ладно. Пистолет! Фиге себе! Фигасики! Так, возвращаясь к машине, надпись. В дневнике. Охренеть. Так, что с этой картиной? Что он написал, подожди. Так, эта картина выглядит так, как будто... Ну, ее можно подвигать. А реально можно? Там вот что-то есть беленькое. Бумага. Так. Дорогой читатель, если ты видишь это письмо, то это предупреждение для тебя. Это создание... Сиреноголовый, оно реально. Оно убило моего папу и уничтожило весь транспорт, который мог бы нас отсюда вывести. Если ты
находишься здесь, то выбирайся отсюда, садись на свою машину и уезжай. Прежде чем это не уничтожит тебе путь к отступлению. В это время, пока ты это читаешь, я уже, скорее всего, мертв. Пожалуйста, не допускай мою ошибку. Убирайся отсюда к черту. Слушайте, я понял, все, нормально. Я согласен. Знаете что? О, магазин для пистолета. У меня, кстати, пистолет вроде как на единичку был. Да, вот он, смотрите. Все. Теперь я убью сиреноголового. Мне есть оружие. Это что? Game saved. А, это сохранялка? Блин, очень похоже на эту, знаете, на сохранялку-то в Амнезии, помните? Ой, не в Амнезии, в этом, в Пенумбре. Там тоже какая-то такая банка была. Камероид. И, видимо, бумага. Для камероида? Парочка батареек. Да блин. Конечно, на стол пропрыгаем. Так. Подожди, как его активировать-то? По-моему, на семерку, да? О! Все, я могу зафоткать, смотрите, реально. Офигеть. То есть я сделал фотографию. Здорово. А зачем это вообще нужно делать? Так, берем пистолет. Мне нужно по задаче, она вроде как говорила в дневнике, что лучше вернуться обратно к машине. Ну, побежали. Реально, как кто-то прям лагать перестал. Вон, луна красивая. Правда, звезд не вижу. Какое-то небо сегодня не звездное. Я, кстати, ни разу не услышал сиреноголового. Надеюсь, тут не будет, как в, ну, во многих играх, что его нет-нет-нет, и он только в финале появляется там буквально и убивает меня, и все. На этом игра заканчивается. Но обычно так все бывает. Надеюсь, что сегодня будет по-другому. Что? Это как? Это когда успел-то сиреноголовую мою машину забросить наверх? Эй! Ну охренеть не встать. Блин, и куда тут топать мне? What the hell? What is my SUV doing in the trees? Да, что моя машина делает на дереве? I need to get out of here as soon as possible. Мне нужно выбираться отсюда, говорит. Так, загрузка. То есть, мы уровень прошли? Так, что? Что? Эй! This just in. People have been seeing sightings of a 10-foot-tall creature with two sirens as their mouth in the dark. Найти путь из леса, да? Так у меня тачка починилась. Все, уезжаем. Мне что, приснилось все это дело? In other news, the president has created a new American research facility in the UK. Now, back to some music. Flashlight is dead. Что случилось? Well, I'm here. I need to find the lab the so-called siren head was created from. В смысле? Лабораторию тебе надо найти, чувиха? Тут какой-то баг. Во-первых, у меня машина починилась. Во-вторых, она говорит то же самое про сиреноголового, которого нужно найти, ну, типа, ее лабораторию. Нафига? Все, уезжай. Пока у тебя машина работает. Все предметы найдены у меня остались. Странно. Но при этом... Игра как будто началась сначала, видите? Все предметы здесь лежат. Как-то странно все. Ну вот, я не поленился. Переиграл снова. Сходил, взял карту. Там прочитал ту записку и возвращаюсь. Машина все здесь же. Посмотрим. What the hell? What is my SUV doing in the trees? Вот игра даже сохранилась. Да, говорит, о боже мой, мне нужно выбраться отсюда. Вот происходит загрузка, и после чего... Я опять в начале! Это что, день сурка? Это типа день сурка? Рили, как будто, знаете, день сурка, совмещенный с сиреноголовым.
Ну, походу, это какая-то прям очень ранняя демка или альфа, и разработчик просто не допилил еще продолжение. Но задатки у игры есть. Огорчает только, что я сиреноголового здесь так и не увидел. Ну, он, правда, машину мою перевернул, только как-то беззвучно, и его реально не было. В общем, такая вот игрушка. Ссылочку найдете в описании, возможно, вам повезет больше. Погнали дальше играть. Вот и третья сегодня заключительная игрушка. Siren Head in the Woods. То есть сиреноголовый в лесах. Ну что, так, плей, погнали. Группа друзей пропала во время кемпинга в лесах, видимо, да? Полиция начала расследование, отправили они туда, видимо, детектива, который должен в лесах найти хоть какие-то следы пропавших. Ребят, погнали. Окей. Нужно смотреться вокруг. А, вот. Видите, это детектив. Мы за него играем. Такая вот милая пиксельная графика. Так. И знак, видите, палатка. То есть это зона кемпинга. Где-то здесь мои друзья. Ну, не мои друзья, а вообще друзья. Так, что, пойдем по дороге? Все такое блестящее. Светящееся. Так, может быть, они шли... А, может быть, эта дорога ведет к лагерю. Погнали. Надеюсь, что эта дорога меня выведет к лагерю. Пара-па-пам. Пара-па-пам. А я могу там куда-нибудь вот сюда зайти, например, да? О, реально, смотрите, могу. Какие-то деревья криповые здесь. Реально, я могу ходить за деревьями. Так, это край карты, туда никак. И сюда тоже никак. Ладно. Не будем, короче, блуждать вокруг да около. Давайте уж по дорожке пойдем. Что-то реально в какие-то дебри ушел. Давайте лучше идти по дороге. О, боже! Кровь! Костерок! Что же здесь произошло? Что-то ужасное, да? Ну, мы-то знаем с вами, что этот сиреноголовый здесь немножко потрапезничал, поел, да? Человеченкой. Что делать? Мне нужно какие-то улики взять? Или дальше пойти? Может быть, взять парочку голов? Ну, чтобы доказать, что они умерли. Так, пещера. Может быть, они в пещере? Пещера? В лесах? Окей. Тихо. Что же здесь произошло? Реально, смотрите. Тут тело просто обкусанное, обгладанное. Так, это я, смотрите, приблизил, да? Оу, щет! У него же глаз выдран, охренеть. Мне нужно отсюда выбираться. Кругом все испачкано в крови, все, я сматываюсь. Я сматываюсь. Что? Звуки сирен. Легенда сиреноголовым оказалась правдива. Откуда здесь звуки сирен? What the fuck? Короче, сваливаем к тачке. Быстрее, 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 быстрее. Хотя, знаешь, скорее всего, тачка уже будет разбита, как это обычно бывает, да? Опа. Эй! А ну отошел от моей тачки. What the fuck is this? Прям так ярко. Воу-воу-воу. Блин, что-то жутковато было мне. Так. Ну все, игра пройдена. Она такая коротенькая, но... довольно милая пиксельная графика. И прям так жутко в конце было. Думал, сейчас какой-нибудь скримак, знаете, громкий на весь экран. Но вроде бы... ничего такого не произошло. Вот три относительно коротких инди-ужастика. Причем вот этот второй, который с крутым графоном, ну, блин, он как будто недоделанный. Все остальные, они... ну, в общем-то, вот больше всего мне понравился вот этот третий, финальный. Он вроде бы короткий, но он хотя бы законченный. Первый вроде бы тоже неплохой, но эти косяки с прыжком, конечно, добивают весь геймплей. И убивают его начисто. В общем, большое всем спасибо, друзья, за внимание. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю всем добра и позитива, друзья. Всем пока-пока.